Организаторами матча выступили Общественная палата города Сочи, продюсерская компания «Илья Вербуха» и благотворительный фонд «Под флагом добра». С городом Сочи фонд сотрудничает с 2007 года. Тогда в рамках инвестиционного форума здесь прошел первый футбольный матч. Мы много лет проводили матчи, всегда они служили в помощь детям. И сегодня первым трем детям в результате собранных средств мы уже вручим сертификаты. Дети нуждаются в помощи по жизненным показаниям, страдают жизнеугрожающими заболеваниями, нужны дорогостоящие лекарства. На футбольное поле в самом центре Олимпийского парка вышли команды ледового шоу «Кармен», прославленные фигуристы, и сборная инвестфорума. В нее вошли видные политики края, в том числе вице-губернатор Кубани Андрей Коробко. Наши участники от нашей команды – это и главы администрации, это и все наши чиновники, которые работают. И они прекрасно понимают, что даже маленькая помощь иногда может помочь реально, помочь ребенку, чтобы не то что стать здоровым, а выжить. Поэтому и есть решение, я считаю, чтобы такие матчи, они были, носили уже системный характер. Сегодня дети получат и их родители получат не только финансовую поддержку, но еще и эмоциональную, потому что очень важно знать, что ты не один на один с той бедой, которая выпадает на тебя. Матч закончился в ничью 7-7. Все решила серия пенальти. 3-2 выиграла команда «Звезд». Впрочем, как отметили все участники благотворительного матча, главный его итог – еще несколько детей сделают еще один шаг на пути к выздоровлению. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.